Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова у меня дома, и сегодня снова утро, в моих руках снова чашка с ароматным кофе. И читая сегодня Библию, я решил почитать 11 главу послания к евреям, и я на самом деле очень люблю эту главу, потому что она для меня очень многое значит. Читая жизни тех людей, которых там описаны, ты понимаешь, что с одной стороны их называют героями веры, а с другой стороны, они были обычными людьми, которые сталкивались с различными испытаниями, вызовами в жизни, с которыми сталкиваемся и мы. И они всего-навсего делали верный выбор и уповали на Бога. И я понимаю то, что на самом деле героем веры может быть абсолютно каждый человек. Однажды беседуя с одним человеком в своей церкви, в самом начале, когда я только стал пастором, он мне начал рассказывать о том, что вера, и 11 глава к евреям, она не работает. То есть он в своей жизни попробовал, у него не получилось. И на что я ему тогда ответил, говорю, знаешь, не зря этих людей называют героями веры. Потому что вера – это героизм. Вера – это не то, что ты попробовал и не получилось. Вера – это то, что необходимо делать. И первый стих 11 главы, который я люблю более всего, там говорится о том, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Знаете, невозможно просто сидеть и ожидать, и верить в то, что все получится. Мы очень часто начинаем веру, знаете, с конца. Мы уверены в том, что невидимо. Но Библия говорит, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть не сказано, что это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть есть что-то, с чего начинается вера. И вера начинается с действия, с нашего с вами действия. Когда мы начинаем осуществлять то, что ожидаем. То есть мы осуществляем ожидаемое. Если я верю в исцеление, я начинаю двигаться в его направлении. То есть я начинаю читать слово, я начинаю исповедовать его в своей жизни, я начинаю наполнять свою жизнь отрывками, где Библия говорит об исцелении. Я иду к доктору, я изучаю свою проблему, я молюсь об этом. То есть я делаю то, что зависит от меня. И я уверен в том, что Бог сделает то, что зависит от Него. Если я верю в то, что будут покрыты все мои нужды и расходы, я не буду просто сидеть и ждать, когда вороны начнут приносить мне пищу. Я в конце концов помолюсь об этом, я изучу слово, то есть Библия, что говорит об этом, и я пойду и найду работу. И Бог благословит меня через это. Поэтому живите верой, потому что Библия говорит, что праведник верою жив будет. Поэтому живите верой, осуществляйте ожидаемое, осуществляйте то, на что надеетесь, и будьте уверены в том, что Бог вас не подведет. Он сделает то, что зависит от Него. Хорошего вам дня. С Богом.